ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы, защитные рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт», проспект Ильича, 21, вход со двора. На сегодняшний день массовая неявка в связи с низкими температурами в одной из школ у нас определена, только это поселок Кузина, школа номер 36. Поэтому ребята данной школы обучаются в дистанционном формате. Во всех остальных школах массового отсутствия детей не наблюдается. Образовательные занятия в школах проводятся с теми детьми, кто пришел в школу. А как обучаются те дети, которые сегодня не пошли в школу? Которые не пошли в школу, у нас уже система достаточно отработана. Используется система «Сетевой город», где выкладываются домашние задания, а также те ресурсы, которые можно использовать при образовательном процессе, электронные платформы. Это и Российская электронная школа, и Яндекс, и Учи.ру, то есть те платформы, которые в школе уже обозначились, ранее применялись. Каникулы весенние у нас предполагается и по графику будут проходить в течение одной недели. Сокращение каникул не предвидится, потому что у нас уже и в осенние каникулы мы увеличили продолжительность отдыха детей в связи с пандемией. Поэтому здесь в основном, конечно, работают педагоги, корректируют рабочие программы, формы и методы работы для того, чтобы весь учебный материал ученики могли освоить. Управление образования рекомендует сроки проведения каникул, но в каждой школе они могут определяться на свое усмотрение в связи с собственными условиями, в соответствии с тем, как они обучались до этого. У нас были и новогодние каникулы. То есть каждая школа может определять их самостоятельно. Управление образования рекомендует весенние каникулы провести в период с 22 по 28 марта.